9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Профессия важная и нужная. Дата была выбрана не случайно. 9 февраля – день святой мученицы Аполлонии, ставшей покровительницей как страдающей зубной болью, так и врачей, призванных эту боль устранять. Дмитрий Ильин зубную боль людям лечит уже 7 лет. А началось все в Саратове. Именно там он закончил медицинский университет. Потом волею судьбы попал в Видное. 3 года отдал муниципальной стоматологической поликлинике. Отсюда и пошла молва о местном чудо-докторе. Но Дмитрию хотелось развиваться. И он ушел в частную клинику, где трудится по сей день. У меня есть мечта. Есть мечта, чтобы у всех в городе были хорошие здоровые зубы. Неосуществимая мечта, я ее называю. Меня иногда пациент спрашивает, а почему она неосуществимая? Ну, потому что у нас город развивается, он становится все больше, и приезжает новое количество людей. То есть, как бы, у меня работа будет бесконечна и всегда. Но мне хочется, чтобы вот она когда-то все-таки хоть шла к этому исполнению. Основной принцип работы Дмитрия – чтобы люди не чувствовали боли. Не будет страха зубного врача, а значит и походы к нему будут чаще. Ведь лечение или протезирование – это крайняя мера. Важно следить за полостью рта, регулярно делать санацию. У вас присутствует этот страх похода к стоматологу? С Дмитрием Владимировичем мы работаем давно, поэтому уже нет. Вы как часто вообще ходите в стоматологическую клинику, как часто проверяете состояние своих зубов? Обследование раз в полгода. Если что-то нужно лечить, бывает и чаще. И еще один секрет красивой улыбки – найти своего стоматолога, чтобы регулярно у него наблюдаться. Дмитрий Ильин советует довериться отзывам и рекомендациям людей бывалых, вплоть до интернет-отзывов, но лучше путем так называемого сарафанного радио. Очень важно именно ходить постоянно на протяжении долгого времени. Это и развивает и доктора вообще, потому что он может увидеть свой результат со временем. Нам важно, чтобы вы были здоровы, и важно фактами подкреплять результат, который у вас присутствует. Сегодня стоматология далеко не та, что была раньше. Современный кабинет зубного врача – это комфортабельное кресло, новейшее оборудование, качественные анестетики. Врачи используют мощные микроскопы, чтобы глубже разглядеть проблему, 3D-рентгены, чтобы увидеть полость рта. Теперь поход к зубному – это даже интересно, а самое главное – это здоровье, которое стоматологи нам с удовольствием дарят. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.